визит, который проводил опытывание, я вам официально хочу доложить, что Минской организации ветеранов числится на сегодняшний день 81 531 член. Все, я не буду перечислять, кто участники войны и так далее. Я провел за этот период во всех 71 первичной организации ветеранов Минска опросы по этих кандидатов. И официально вам скажу, ни один ветеран не поддержал, кроме одного человека, Гройсмана, значит, Владимира Борисовича, остальных всех против. Я вам официально объявляю, понимаете? Не просто там 20 человек, 40, которые зачитывал представитель, а 81 тысяча, это не просто какой-то кучка людей. Поэтому я вам официально говорю, поймите меня правильно, прав я или не прав, но они против этих кандидатов. А можете сказать, ветераны чего 81 тысяча? Ветераны чего 81 тысяча? Ветераны войны, труда, вооруженных сил, детей войны и так далее. Если надо, я перечислю всех. На учете Минской организации ветеранов на сегодняшний день официально числится 81 531 человек. И мы провели их собеседование. Собеседование какой кількості людей, можете сказати? А скільки часу вас зайняло для того, щоб провести це опитування? Ми вже місяць проводимо це опитування. І скільки ви опитали людей? Скільки ви опитали людей? 81 тисячу? Я вам говорю, що 71 первична організація провела от ці ісследування. Собрання провели. Собрання провели, розумієте? І сказали, ні, такого не буде. Мы этих людей не знаем и не видим их заслуги перед Винниченой.